Такие конференции проходят ежегодно. Тема обсуждения, как всегда, актуальная. Профессиональная подготовка педагогических кадров. В рамках этой конференции проводится семинар-практикум по повышению профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования. Сотрудничество науки и практики всегда дает хорошие результаты. Так, на основе опыта педагогов появляются методические пособия, которые становятся частью программ повышения квалификации. Мы взаимодействуем с этой организацией как с академической площадкой. То есть мы занимаемся наукой, связанной с задачами дошкольного образования. Коллеги с нами взаимодействуют в том направлении, что апробируют то, что мы предлагаем на практике. Педагоги поделились своими идеями в работе с детьми с ограниченными возможностями, в том числе с нарушениями зрения и речи. Результаты хорошие, потому что дети, приходя к нам в первый класс, конечно, отличаются. Они подготовлены, они умеют говорить, они умеют размышлять, они уже учатся защищать проекты. В программу включены самые важные направления работы с дошкольниками – познавательно-исследовательская деятельность, речевое и художественно-эстетическое развитие. Я даже без этого вижу. А я увидела кольца. Кольца, да. И по количеству колец можно определить возраст дерева. По словам коллег, это достойный пример реализации педагогической деятельности. Хочется отметить высокий профессионализм педагогических работников данного учреждения и отметить, что они самосовершенствуются постоянно. И то основное требование, которое у нас сейчас есть, обучение в течение всей жизни, у них это присутствует. Дошкольный возраст уникален. Именно тогда закладывается фундамент для дальнейшего развития ребенка. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.